эфире «Новости сейчас». С вами Людмила Казак. Здравствуйте. Итак, начнем с итогов кадрового вторника во Дворце независимости. Александр Лукашенко назначил помощников президента. Инспектором по Минску стал Виталий Прима, по Брестской области Анатолий Маркевич. Новые руководители в Новогрудском и Кличевском районах. Обращаясь к управленцам, глава государства обратил внимание, что в ближайшие два предвыборных года необходимо показать людям умение решать проблемы. Всем регионам предстоит в полном объеме решать схожие непростые задачи. Вопрос номер один – это экономика. Отдельные поручения касались сферы образования. Комментируя инцидент в Столбцовской школе, президент обозначил проблему дисциплины и порядка. Следующая проблема, вытекающая из, в том числе, событий вчерашнего дня Столбцовской школы – дисциплина и порядок. Я сутки анализирую ситуацию и всякого рода разговоры на эту тему. Кто виноват? Все мы виноваты. И дело тут не только и не столько в интернете. У нас в школах полный бардак. Никогда такого не было. Ни в советские времена, даже в переломный период. Обратите внимание на места массового скопления людей, прежде всего детей. Кадровые решения затронули и дипломатический корпус. Руководителем белорусской дипмиссии в Испании по совместительству постоянным представителем страны при Всемирной туристической организации главой государства назначил Павел Пустовой. Посол Беларуси в Польше отныне Владимир Чушев. Подробности кадрового дня в следующих выпусках. До 17 возросло число жертв пожара в отеле в индийском Дели. Среди погибших женщина с ребенком, которая, пытаясь спастись, выпрыгнула в окно. 4 пострадавших находятся в больницах. 35 человек удалось эвакуировать. Возгорание произошло на верхнем этаже гостиницы. Из-за деревянной отделки стен огонь быстро перекинулся на остальные. Пламя тушили 4 часа. В Приморском крае России раньше времени начались лесные пожары. Это связано с малоснежной зимой. С начала года там уже зарегистрировано 45 очагов возгорания. Известно об одном погибшем. Пожароопасный сезон объявлен в 28 муниципалитетах края. ЧП на заводе в Минске. При демонтажных работах произошло обрушение кирпичной части здания. В результате 63-летний мужчина погиб на месте. Второй скончался в больнице. Следователи выясняют обстоятельства трагедии. Разбирательство в отношении главреда Тутбай-Медиа Марины Золотовой просили сделать закрытым, ссылаясь на защиту информации, но судья отказал в этом. На процессе присутствуют журналисты, но в зале запрещена фото и видеосъемка. Уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации Белта началось сегодня. Прокурор огласила обвинение Золотовой. В эти минуты идет допрос свидетелей. На этом у меня все. Подробности мои коллеги расскажут в 15 часов. Хорошего дня!